вы хорошо знаете свой родной город? Или уже давно хотите посетить Киев, но не знаете, как проникнуться жизнью и стать одним целым с киевлянами? Тогда набор карточек «Киевская мафия» вам просто необходимо. С помощью карточек вы изучите некоторые популярные улицы Киева, узнаете больше о жителях и их ролях в повседневной жизни города. Игра чисто юмористическая. Среди мирных жителей вы встретите барыгу с Троещины, который достанет самые модные брендовые вещи за 5 копеек, работника метрополитена и даже гопника с борщаговки. Правда, почему он мирный, непонятно. Тут и проститутка с дарницы, и классическая полиция, и даже такой милый запуганный маньяк. Правила остались неизменными. Выбирается ведущий, который случайным образом раздает роли и следит за игрой. Он объявляет ночь или день. В ночь игроки по очереди выполняют свои действия, стараясь все делать тихо, не выдавая себя. На карточке есть подсказки, по которым можно понять, что именно делает тот или иной персонаж. В день исключаются игроки, которых ночью убили мафия или маньяк, и при необходимости раскрываются некоторые игроки. Потом все жители Киева определяют, кто бы мог быть мафией, и изгоняют его. Мафия побеждает тогда, когда будут истреблены все жители, а их никто не определит. Жители побеждают, если угадают, кто из игроков был мафией.